конференция совершенно эксклюзивная. Дело в том, что она в первую очередь ориентирована на участников АЗИ, то есть Ассоциации защиты информации, на членов АЗИ и на людей, которые сопряжены с этой организацией, да, которые к ней близки, которые с ней работают. И в этом смысле она такая кулуарная конференция. Вот это мероприятие, оно действительно изменилось по сути, как мне кажется. Появились круглые столы. Очень важное достижение, потому что нам необходимо отходить от монологов, нам необходимо переходить в форму диалогов, нам необходимо начинать обсуждать открыто ту проблематику, которая стоит перед нашими компаниями, перед отраслью, перед государством в целом. Обсуждение велось со стороны действительно реальных экспертов в этой отрасли, тех людей, которые многие года уже работают в этой отрасли, имеют собственные точки зрения. И вот то самое наше там несогласие, может быть, где-то с позициями друг друга, это как раз-таки отражение того, что есть еще открытые вопросы. Есть проблематика, над которой всем нам надо работать. Нельзя кивать только на регуляторов, нельзя кивать только на производителей. Нельзя занимать позицию только потребителя, да, что дайте проще, дайте дешевле, дайте так, чтобы я вообще в эту тему не погружался. Такого не бывает. Всем нам необходимо в эту тему погрузиться. И в этом отношении форум АЗИ, деятельность Ассоциации защиты информации, мне кажется, крайне актуальной для сегодняшней ситуации как в стране, так и вот в нашей отрасли. Различия в трактовке понятия доверенность, защищенность, информационная безопасность, безопасность информации, кибербезопасность, о чем говорили в первой половине заседания. К сожалению, значит, разночтения в этом вопросе, они приводят к тому, что производитель средств защиты или интегратор, который создает защищенную систему, не всегда понимает, чего же от него ждет потребитель. И потребитель не понимает, о чем с ним разговаривают участники этого рынка. Поскольку члены АЗИ участвуют здесь, так сказать, в натуральной форме, они заинтересованы в работе этой организации, они рассказывают интересные результаты, интересный подход, актуальный именно для них, для конкретных систем решения вопросов информационной безопасности. Один из вопросов – это кадровое обеспечение в отрасли информационной безопасности, которое подразумевает не только подготовку кадров для отрасли, но и работу с кадрами, их дальнейший профессиональный рост и нормативно-правовое регулирование. Роль АЗИ в разработке профессиональных стандартов. Но она, я считаю, одна из ведущих, потому что в соответствии с нормативными документами в первую очередь профессиональный стандарт разрабатывает профессиональное сообщество. Это его и обязанность, и задача, да и лучше них никто не знает, каких специалисты нужны и кого готовить. Поэтому АЗИ во взаимодействии с УМО по образованию в области информационной безопасности уже давно работает в этом направлении. Споры, как всегда, идут практиков с теоретиками. Те, кто готовит специалистов, считают, что они готовят замечательных специалистов. Но всегда, конечно, надо согласовываться с практикой. На практике специалисты не всегда подходят, с первого дня могут работать. Поэтому здесь особую важность играет дополнительное образование. Дискуссии были очень эмоциональные, содержательные. И эти дискуссии показали, что в целом мы находимся на правильном пути.